«Спящий котел» так часто называют Лондон. Именно в этом городе смешалось множество культур и национальностей. Такой коктейль здесь сложился исторически. Неудивительно, что именно Лондон всегда был сильным источником вдохновения для творческих личностей и в особенности для дизайнеров одежды. Сегодня мы расскажем, почему именно Лондон считается одной из главных столиц модного дизайна. Что ни говори, а этот город по праву называют одним из самых экстравагантных в Европе. Да что там в Европе, во всем мире. Мода в Лондоне зачастую приходит прямо с улиц. Здесь дизайнеры даже не скрывают, что зачастую черпают свои идеи в образах, созданных лондонской молодежью. Музыка – вот что всегда определяло моду в Великобритании. Вопреки консервативному жизненному укладу Англии, здесь зарождались новые субкультурные движения, такие как панк. Бунтарство и свобода панков пугала общественность. Несколько фактов об обществе без будущего. В Англии по улицам городов бродят группы странно одетых и не менее странно ведущих себя молодых людей. Их называют словом «панк». Никто не мог предположить, что стиль именно этих подростков произведет самую большую революцию в моде 20-го столетия. Общество негодовало, уличный стиль стал достоянием большой моды. И у истоков этого стояла школьная учительница 30 лет, которая вместе с партнером Малькомом Маклареном создала образ самой радикальной группы своего времени – Sex Pistols. С этого маленького магазинчика под названием World's End началась всемирная слава дизайнера Vivienne Westwood. В 1971 году она со своим партнером Малькомом Маклареном открывает его, тогда под названием Let It Rock, и создает новый стиль в одежде – панк. В свои 70 лет Вивьен Вествуд продолжает удивлять публику откровенными рекламными кампаниями и своими яркими финальными выходами. Посмотреть на это собираются все главные фрики города. В друзьях у легендарного дизайнера такие же отвязные личности, как и она сама. Скандально известные Памела Андерсон и художница Трейси Эми не пропускают ни одного шоу своей подруги. I think making fashion affordable on all different levels and also definitely persuading people to wear the same thing again and again and again. Но кто бы мог подумать, что в бунтарском сердце Вивьен Вествуд есть место безграничной доброте и состраданию. Все ее действия на подиуме – это способ привлечь внимание к глобальным проблемам человечества. As a message, you know, she's a very conscious designer, and I think the biggest thing to her is that she can incorporate what she believes in, like climate change, and she's been able to incorporate that. And this, the fashion is just kind of a vehicle for her to spread the message. Just going to Guantanamo, innocent people, yeah. Mm-hmm. and also they got 300 people off death row in 10 years. And for me, criminality is just being in the wrong place at the wrong time. It's everybody's worst nightmare, isn't it? You know that it could happen to you. You'd be executed or tried for a crime you didn't commit. Mm-hmm. I mean, I've been fighting for Leonard Peltier, an American Native American Indian, for more than 30 years. He's been in jail. Mm-hmm. And the reason he's in jail is because he won't admit to a crime he didn't do. He was totally framed. Mm-hmm. You know, this happens all the time. We're having a fashion show, meanwhile somebody's being tortured to death right now, and it's kind of important to remember it. And the whole thing is that, yes, you can contribute some money to help these people, because it's very, very effective what it will do. Когда Вивьен Вествуд ввела моду на уличный стиль, это было настоящей революцией. И вот оно, современное переосмысление лондонского уличного стиля 40 лет спустя. In England, I think, you know, here the girls dress much more like boys, and the boys dress much more feminine in a weird way. All that kind of dandy with a scarf and all that kind of thing. When you look on the streets, everybody's sort of not following the trend. They sort of wear whatever they want, which is really inspiring always. So no wonder.
После этой революции индивидуальный стиль некоторых персонажей становится настолько экстремальным, что превосходит любые границы. И на лондонской неделе моды звездой может прослыть каждый, кто оделся ярко. Do you know who those girls are? Not a clue. Do you know who those girls are? Not really. And why everybody is photographing? Yeah, I just follow the crowd, really. Tell me, who are those girls, the first who came? There's Sugar Babes there, and there's another one who's really famous, but I'm not sure who she is. I don't know, because they're crazy. No matter what walk of life you come from, your clothes reflect your individuality and your personality. And I think that's what we take pride in London. That's really our focus, and we love to dress, and it's quite ceremonial. Я люблю, когда мода выходит на улицу, но не допускаю, чтобы она приходила оттуда. Так в начале 20-го столетия говорила великая Коко Шанель. Уверена, если бы Габриэль попала в Лондон 21-го столетия, она бы в корне изменила свое мнение. Лондонский стиль отличает то, что здесь никто не следует тенденциям. На первом месте стоит индивидуальность. И это является главным источником вдохновения для молодых британских дизайнеров. It's hard to describe. I observe a lot. I really look at people. Like some people like walk with their heads down. I'm always engaging people and I always observe and just really like analyze and just absorb a lot of at the moment. Well, it reflects really the nature of the world and the nature of design and art. It's stagnant. It sounds negative, but we've gone through so many cycles, so many like stages and eras of certain movement. У британских дизайнеров творческое самовыражение куда важнее моментального коммерческого успеха. Здесь все не так, как в других столицах моды. They still don't have the same commercial perspectives as American designers, but I think sometimes the American designers lack a little bit of innovation and creativity. They don't speak with their own voice as much as we see here in London. So, you know, it's kind of a toss-up. There's a lot of support in New York, and there's a big market there, and the retail, you know, you have this big captive retail market. Именно в Лондоне сконцентрирована основная масса молодых талантов. Здесь находятся самые главные школы по дизайну, и здесь публика всегда благосклонна ко всему новому. В модном мире уже давно привыкли. Искать самых интересных молодых дизайнеров стоит именно в британской столице. Please, what do you think? Where the ground for young designers is more fruitful, in London or New York? I think the breeding ground for young designers is much better in London. I think it's simply because we're not such a kind of bottom line. Британская модная индустрия. Факты. Неделя моды в Лондоне длится 6 дней. В ней принимает участие больше 100 дизайнеров и брендов. Ежегодная поддержка мэрии – 1,8 миллионов долларов. Количество людей, занятых в модной индустрии Великобритании – 816 тысяч человек. Неделя моды в Лондоне увеличивает бюджет города на 36 миллионов долларов ежегодно. It's never been about business. It's always been about doing something you love to do. So I think that there's more authenticity. And there's more originality, and there's better schools, and there might be, I don't know if there's... Лондон вырастил многих талантливых дизайнеров современности. Не зря здесь находятся главные модные школы мира. Еще здесь много инициатив, каждая из которых дает шанс молодому дизайнеру окрепнуть и встать на ноги. Только за последние несколько лет в Лондоне зажглись имена таких талантов, как Мэрика Транзу и Кристофер Кейн. Сегодня неделя моды в Лондоне может похвастаться целой плеядой молодых, но очень стоящих дизайнеров. Один из них, Майкл Вандерхэм, за несколько лет стал любимчиком главных редакторов модных журналов и певицы Бьорк. Yes, can you tell me what was in the beginning? The beginning. I started with a lot of textiles. I always kind of start with textiles before shapes, and I've always been doing sort of hybrid clothes, so like combining different elements. But this time I wanted to do it in the fabrics already, so some of the fabrics. No,
designer. Was it very difficult for you to start here in London, or everybody will? No, it was really nice actually. I graduated from St. Martin's in 2009, and by that show, because of that show, Sarah Moa and Lulu Kennedy were really supportive of me. So they gave me New Gen and Fashionist, so it's a free fashion show. And помимо всех грантов, премий и конкурсов, которые существуют в Великобритании, здесь очень активную поддержку молодым дизайнерам оказывают знаменитости. Скажем, Саманта Кэмерон, жена премьер-министра Великобритании, не скрывает своей любви к новым талантам. Если бы не избыток правил и консерватизма, в английской моде не произошло бы революции. Как ни парадоксально, на родине панков Британии чтут традиции больше, чем где бы то ни было. Здесь, как и много лет тому назад, все так же уважают свою королеву, водят правосторонние автомобили и ценят индивидуальный пошив мужских костюмов. Одно из старейших ателье на Savile Row, Андерсон и Шепард, в этом году празднуют юбилей – 105 лет. На антресолях приемной в Андерсон и Шепард по сей день хранят старинные бухгалтерские книги, где счета об оплате подписаны Марлен Дитрих, Кэрри Грантом и Рудольфом Валентино. No, because, as I say, what happened was, I learned from Mr. Bryant, who learned from Mr. Schulte. This design, it's a Schulte, it's a Swedish idea. And what happened was, he passed it on to one man. Через 100 метров от Андерсон и Шепард на той же самой улице Savile Row находится еще одно ателье – Cat & The Dandy. Здесь подход к работе совершенно другой. Well, I think the average Savile company makes about 200 suits a year, handmade suits, and we do more than that a month. More than 200 a month. So we are probably the largest handmade tailor in the country. Основатели ателье Cat & The Dandy – Джеймс Литтер и Йен Мейер. Оба они инвестиционные банкиры в прошлом, владельцы самого молодого ателье на Savile Row в настоящем. В самый разгар кризиса, 3 года назад, Слиттер и Мейер к черту бросили банковское дело, чтобы заняться творчеством. В их ателье костюмы производят и машинным способом, что считается абсолютно недопустимым в Андерсон и Шепард. То есть ничто не делается с помощью машины? Несмотря на эти совершенно разные философии, оба ателье успешны. В этом случае мы еще раз убеждаемся в том, что уважение к традициям только способствует развитию всего нового. Yeah, amazing amount of people bring in photos of James Bond. I want to look like James Bond. Yeah, absolutely. Good evening. My name is Bond. James Bond. Bond. James Bond. А вот в Андерсон и Шепард гордятся другим человеком – Михаилом Горбачевым. Very, very nice, but his wife picked out the materials. Oh, really? Yeah, that's what I was quite surprised about, really, because I was really surprised. Did she come in and she said he's to have this, this and this? Okay. Портрет на фоне эпохи юбилей Михаила Горбачева. Тайны пошива костюмов на улице Savile Row стремятся узнать даже самые известные дизайнеры. Именно в Андерсон и Шепард оттачивал свой талант великий Александр Маккуин. Вместо того, чтобы пойти в школу дизайна, он выбрал путь подмастерья на Savile Row. И очень правильно сделал. Впоследствии идеальный крой костюма стал его визитной карточкой. One second, I'll go and get Alexander McQueen's book. I just, one second, hang on. And tell me about Alexander McQueen. How long? It wasn't long. You've had it, okay. Yes, so you've I seen it, okay. Yeah, he had low trousers. Low trousers. Was he a good He was, he learned very quickly. He could, when he was here, he could get the jacket up to the fitting stage. Uh-huh. That was very good. He learned all that in 2 years, yeah. So he could get it ready to try on.